Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли к нам в гости. Нам очень приятно, что вы смотрите наше видео. А сегодня мы готовим очень аппетитный, яркий и вкусный суп из грибов. Суп-пюре. Смотрите, какие ингредиенты у меня на столе. 200 грамм свежих грибов шампиньонов, специи, тмин и лавровый лист, также половинка репчатого лука и зубчик чеснока, сливочное масло, а также сливки, немного муки и зелень, чтобы украсить, соль, перец по вкусу, а также немного воды. Смотрите, суп очень простой, но получается ресторанного качества. И сейчас я вам это покажу. Оставайтесь с нами. Лук нарезаем мелким кубиком. Для сервировки супа я сохраню несколько грибов, а все остальные нарежу мелкими кусочками. Первое, что мы сделаем, мы обжарим лук чесноком до золотистого цвета. Главный секрет получить вкусный крем-суп — добавлять все специи при обжарке. Я добавил тмин, и тогда специи откроются, будет гораздо вкуснее. Добавляем грибы, сливочное масло. Грибы очень важно обжаривать на высоком огне, чтобы гриб раскрылся и вкус будет очень яркий. Смотрите, друзья, как у нас получается. Грибы тушатся в сливочном масле, мы добавляем соль и тушим 5-10 минут. И добавляем муку. Хорошо перемешиваем. Друзья, очень важно протушить муку несколько минут, для того, чтобы мука впитала вкус гриба. И суп у нас был действительно грибной. Суп мы проварим 20 минут, и сливки и лавровый лист мы еще не добавляем. Этот этап я вам покажу дальше. Спустя 20 минут, смотрите, какой суп у нас уже получается. И сейчас мы его измельчим блендером. Я всегда рекомендую добавлять сливки во время измельчения, для того, чтобы суп получился кремовый. Мы обжарим несколько грибов для сервировки нашего супа, чтобы было все очень аппетитно. Это мы делаем на сухой сковороде. Добавляем лавровый лист, а также свежемолотый черный перец для аромата. Хорошо перемешиваем и тушим 5 минут. Смотрите, какой суп у нас получился. Сливочный, ароматный, очень красивый. Давайте украсим его грибами. Так. Этот суп радует вас в любой дождливый день. Готовьте его всегда с любовью и с хорошим настроением. А мы сейчас его попробуем. Вот так аппетитно выглядит. Очень ароматный, очень. Жаль, я не могу вам передать этот вкус и запах. Я уже, конечно, попробовал. Отлично. Друзья, оставайтесь с нами. До скорых встреч. Пока.